Приветствую, друзья! Наконец-то у меня появилось время, я с удовольствием сделаю для вас видеообзор этого замечательного 3D-принтера. Он называется PMX DJ89, компания-производитель PLCreate 3D. Компания это китайская, основана в 2015 году, и на сегодняшний день она является одним из лидеров 3D производства оборудования для 3D-печати. Они занимаются и сложными промышленными принтерами, принтерами для ювелирного производства, для типографии. И в 2021 году они также представили свои линейки и принтеры для стоматологического рынка. Что можно сказать конкретно об этой модели? Давайте я открою его. Это LCD 4K принтер. Платформа для построения, соответственно, 190 на 120 мм размером. Емкость резервуара для смолы до 1 литра. Обратите внимание на механизм подъема по оси Z. Он усиленный, двойная рельсовая направляющая, шариково-подшипниковый механизм. Мотор здесь стоит NEMA-23. Это мотор от производителя Fooling Motors. Эта компания основана в 2001 году. Она также находится в Китае, но это совместное швейцаро-германо-немецкое производство. И на сегодняшний день эта компания занимается поставками своих продуктов в более чем 30 стран мира, включая практически все страны европейского континента и Северную Америку. Поэтому конкретно у меня никаких вопросов по комплектующим и составляю, как бы, и, скажем так, по комплектующим этого принтера и вообще по чистоте изготовления его у меня нет. То есть при первом взгляде на этот принтер сразу бросается в глаза, что все детали очень хорошо друг другу подогнаны. Все саморезы, все болтики, все, что возможно, закручено и плотно ко всему прилегает. Абсолютно чистая, хорошая, качественная сборка. Кроме того, если обратите внимание, здесь в пространстве для печати под куполом находится угольный фильтр с вентилятором. Таким образом, даже если смола ваша имеет какой-то запах, а этот принтер открытый, и можете использовать любые виды смол во время 3D-печати, запаха помещения не будет. В этом вам поможет угольный фильтр. Что еще можно сказать интересного по этому 3D-принтеру? Обратите внимание на дисплей, сенсорный цветной дисплей в портретном формате. Значит, посмотрите, настройки очень активны, очень быстро на все реагируют, практически как смартфон. Все базовые настройки здесь очень легко меняются, то есть время засветки, скорость подъема, экспозиция и так далее. Здесь практически вот за счет этих бегунков, прикосновение руки, прикосновение пальца, вы все эти параметры сможете настроить под ту смолу, которую вы хотите использовать. То есть этот принтер, как заявляет производитель, является полностью открытым. Кстати, про открытость. Да, конечно же, производитель предоставляет свою линейку смол, но кроме того, мы также делали тестовую печать. Мы отдавали наш лабораторный такой же принтер в компанию HatsLab, к ним в лабораторию, и они делали тестовые печати на своих смолах и подбирали оптимальные характеристики для печати. Таким образом, если вы приобретаете принтер HatsLab, вы приобретаете принтер PMX и хотите работать с материалами HatsLab, мы вам сможем предоставить полностью таблицу со всеми настройками под эти различные смолы от производителя HatsLab. Ну и что здесь еще можно интересного сказать по этому принтеру? Как я уже говорил, он оснащен 4К дисплеем, монохромным дисплеем, который встроен в корпус принтера. Дисплей имеет диагональ 8,9 дюймов. Кроме того, здесь применена технология 3D Nano Release, которая позволяет уменьшить сопротивление вытягивания в момент 3D-печати, что в свою очередь тоже очень хорошо сказывается на качестве и скорости печати. Кроме того, здесь использован интегральный оптический источник нового типа, который позволяет достичь равномерности освещения в 95%. Итак, если суммарно
все технические характеристики рассмотреть этого принтера в комплексе, то однозначно можно сказать, что это такой полноценный, современный, высокотехнологичный гаджет для 3D-печати в вашей лаборатории. Само собой, здесь есть возможность удаленного управления через Wi-Fi. И если по скорости печати, последняя информация, то скорость печати составляет 60 мм за 1 час. Таким образом, за 2 секунды он печатает один слой. А теперь вкратце, очень быстро рассмотрим по аксессуарам. Значит, в комплекте идет набор ключей, два скрипка для очистки платформы и для очистки баночки непосредственно, кисточки. Значит, вот такие вот интересные бумажные воронки для слива жидкости. Воронки вместе с сеточкой уже встроены, да, для очистки слива жидкости из баночки в обратную бутылку при необходимости. Также идет такая вот калибровочная платформа, карта калибровочная, да. Ну, флешка, само собой, перчатки и вот такой вот картридж вместе с плёнкой, семенной плёнкой для дна баночки. Если смотреть вкратце по этому принтеру, я сейчас вам постарался дать максимум информации по нему. Если у вас появились вопросы, с удовольствием на них отвечу. Пишите, звоните, приезжайте, есть возможность посмотреть этот 3D-принтер. У нас он в лаборатории представлен. Можете приехать и прямо при вас что-то напечатаем. Просто посмотрите самостоятельно все, что здесь у нас есть. И принтеры в наличии в Технократии. Так что, друзья, обращайтесь. Будем рады вам помочь с приобретением этих замечательных принтеров Pionex DJ89. Всем пока. Спасибо за внимание. Рад, что вы с нами. До новых встреч.